39% россиян считают, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной не имеет значения. Интересно, а что думают по этому поводу наши горожане? Давайте узнаем. Куда спешите? На маршрутку. На маршрутку? Домой. Куда поедете? Домой. А где ваш дом? Мой адрес не дома, не улица. Мой адрес Советский Союз. Ну, это зависит от человека. Мне кажется, есть такая старая пословица, да, что все возрасты покорны в любви. Вот. И я придерживаюсь этому мнению. Разница в возрасте влияет на отношения? Каждый для себя решает сам. Кому-то разница не важна, кому-то принципиально важна. Вам вот, ваше мнение спрашиваю. Мое мнение? Я в такие дела не загадываю, как получится. Ну, у вас уже получилось? Нет. У меня есть такое, мне вообще нравятся мужчины постарше, даже не на 2, на 3, а так лет на 10. Мне кажется, они какие-то осознанные, мудрые. Все-таки мужчины же развиваются медленнее, чем девочки. Все зависит от чувств, об отношений, какие у них интересы и на какой они волне. Потому что бывает, что и мужчины очень взрослые и вполне современные, молодежные, интересные. А бывает наоборот, что парень молодой, ему там 25, но он уже хочет сидеть дома, и ему интереснее, возможно, женщины, которая постарше. Ну, на кого смотрите? На всех по-одинаковому. Ну, а приоритетов нет, серьезно. А женщины в возрасте нравятся? Ну, за 30. Милфы, как говорится. Без комментариев. Критерии по возрасту у вас есть в поисках девушки? От 18 и выше. А до 18? Ну, нельзя, ну что. А вам сколько? 31. А вообще, мой муж был младше меня. Сколько, если не секрет? На год. Большая разница, да, такая? Ну, вообще, в опыте были отношения младшие на 3, на 4 года. Ну, я как бы не привязана к возрасту. Разница как-то ощущалась или нет? Ну, нет. Такая разница не ощущалась. А сколько уже вместе? 5 лет? 5 лет. Ничего себе! О, как много! Это вам по сколько, если не секрет? Мне 16, ему 15. Мы все маленькие были. А, вы начали встречаться, получается, с... Вот как раз с 10 лет, когда было. Разница в возрасте между мужчиной и женщиной влияет на качество отношений? Мне кажется, нет. А почему? Любили друг друга. Ну, вы же любили друг друга. Да, любовь. Всегда можно подстроиться. Смотря, как, конечно, какая большая разница, маленькая. Разница между мужчиной и женщиной в возрасте, она как-то влияет на качество отношений, как думаете? Нет. А почему так считаете? Какие сложные вопросы. Так, давайте на примере разберем. Смотрите, мужчина, ему 20-35, девушка 18. Угу. Главное, чтобы не 17. Тогда повлияет надолго. Конечно, влияет, но если... Люди любят друг друга, почему это должно кого-то волновать, какая разница между их возрастом. Но иногда, да, влияет то, что разные все равно интересы, разный уровень развития, как раз-таки понимание этого мира. Все-таки должен влиять, но, думаю, не нужно это как-то осуждать или тому подобное. Девушке 40, а мужчине 20. Нормально. 25. Нормально. Вообще отлично, мне кажется. Женщина, она же сама по себе мудрая. И мужчина, она должна чуть-чуть воспитывать, то есть они чуть-чуть глупые. Вот это я хейт словлю. Хорошо. Они чуть-чуть глупые. Да. Ну, да, наверное. Их нужно учить, наставлять. Их нужно наводить на правильный путь. Они так-то вообще шикарные, все мужчины, просто вау. Как вы быстро переобуваетесь. Вот это я умею делать. Ну, потому что взаимоотношения, они всегда одинаковы. А если, допустим, мужчина, ну, старше лет на 10? Ну, главное, чтобы, видите, было понимание. И главное в отношениях еще то, как посмотришь на это твои родители. Больше нет никаких минусов. Я еще не родился, я думаю, так. А вам сколько? 26. А, ну да, нужно подождать. Жду еще чуть-чуть, а потом возьму, как котеночка слепого возьму. Да, на воспитание возьму и воспитаю хорошего себе парня. Кажется, я яму сейчас себе откопала. Супер, вообще, вы сделали мой стриток.